Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, команда Супер Рома аж прям два раза вышел из команды. Молодец. Можешь даже 10 раз выйти из команды. Чего ж там, два раза-то всего. Че ты так мелочишься? Так, ребят, пойдем заберем сундук. Крылья, ускоритель, дым. Что-то там еще должно было, по-моему, быть. Ага, результаты. Да ладно, мы опять выиграли. Наша команда выиграла, друзья мои. Я вас поздравляю всех. Естественно, сразу же получаем маленько денег. Надеюсь, кому-то хватит апгрейдиться чуть-чуть. Так, на спорткар форсаж выпал. Слушай, ну неплохо, в принципе, ребят. Так, открываем сундук вот этот большой. Ух ты, бил, 8 бит. Нормально. Так, у меня 130 тысяч. Слушай, 130 тысяч. Я думаю, что мы сейчас, наверное... Знаешь, что сделаем? Наверное, что-нибудь улучшим. Именно... Так, во-первых, у нас гонка «Гора смерти». Это, во-первых. А во-вторых, давай-ка прокачаем. Если я не ошибаюсь, мы с тобой взялись за маслкар. Мы его именно прокачиваем. Блин, нужно 230 тысяч. Ладно, мы пока вот это вот будем прокачивать. Ну, на что хватает денег, одним словом. Так, ну и, соответственно, меняем нашего гонщика. Возьмем, например... А почему бы и нет? А почему бы и нет? Будет у нас вот в такой вот 8-битной шляпе бегать она. Так, у нас зима, да, насколько я помню? Ну, для зимы у нас как раз подойдет базовый лагерь. Хм. Сейчас мы глянем, что у нас. Так, я смотрю, тут маслкар. И... Ой-ой-ой-ой, ребят. Прикинь, байкер просто всех уделал, ребят. Где-то там прошоркался половину гонки, а потом бац, и каким-то образом он здесь появился. Я даже не понял, как. Опа. Давай, 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 едь нормально. Не дуркуй, пожалуйста. А, помнишь эту фигню? Заехал бы только. Он заехал, ребят. Хорошо, у нас с тобой сцепление очень офигенное, поэтому мы просто забрались в эту горку. Не дали этому хлыщезадому, так сказать, нас обогнать. Опять, вон, смотри, ребята, байкер тут как тут уже. Так, маслкар там. Ай-яй-яй-яй, я что-то, ребята, здесь упустил, походу, дело, да? Байкерок-то сдулся, друзья мои. Слушай, у меня первое место, у меня 7 баллов. Так что... Нормально у нас все тут получилось. Так, я могу его открыть? Могу. Тяжеловоз, стартовый ускоритель. Ну что, поехали дальше. У нас кубок, ребята, Сумрачной долины. Все уже знают, что это за кубок. Что это за долина. Почему ты так вот бустишь, когда мне этого не надо? Не, ну это, по-моему, ребят, немножко другой. Не тот, который я... думал. Опа, опа, опа. Ха-ха, вертушка просто обделалась. Просто обделалась вот все, ребят. Да, я ее нагнул. Практически на финише. Так, ну радоваться-то рано еще. Мы все прекрасно знаем. Зашибись. Все поверху, а я... Можно мне вопрос, блин? Как они, блин, тут умудрились проехать все понизу, блин? Самый последний приехал. Вы что, издеваетесь, что ли? Я не понял. Так. Алик, ё-моё. Лошарик, блин. Ну...
Блин, ребят, все равно вторым. Вторым приехал я. Я офигею, блин, ребят, на вертушке проехать в долине в сумочной, ну, я не знаю. Я бы, наверное, бы не рискнул бы. Из-за ее хотя бы той же самой прыгучести. Ну, просто это нереально, ребят. Так, погнали. Пока они там все рассусоливают. А байкер хотел было меня обогнать, но, видишь, у него ничего не получилось. Он там где-то, ребята, встрял, затормозил. И вот на этом преимуществе мы его как раз и подловили. Вот только не говори мне, что спорткар здесь еще, ребята, и выиграет. Я буду немножко в шоке пребывать, если такое случится. Вот это вот, желтая парашка, который впереди едет. Нет, все-таки я первый. Но все равно, ребята, сердечко, так сказать, зажималось, блин. Думаю, неужели эта параша меня сейчас обгонит и будет все очень плохо. У байкера крылья. Он маслкар все равно, ребята, как-то дальше там едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это роковая была ошибка моя. А он пролетел сразу две. Господи, ну как так можно было лопухнуться, Рей? Ну, ё-моё, а. Прям перед финишем занять последнюю позицию. Ладно, фиг с ним, ребят. С кем не бывает. Со мной это постоянно происходит. Я самый невезучий по гонкам. У меня все через... Я вниз. Ага. Лихачок там доигрался, долихачился, да, походу дела. Остались только мы. Я и еще одно раллийное авто. Замечательно. Не то чтобы я не ожидал такое, но, ребят, все равно как бы думал, что у меня не получится здесь их отщедрючить. А оказывается, получилось. Ну ладно. Давай, 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 родной. Гони. Гони, как птичка. Опа, и прям на финише, ребята. Выиграйте 6 гонок. А, у нас еще и задание новое было, оказывается. Взлеты и падения. Я люблю взлетать, а вот падать что-то не особо люблю. Так, я вниз, друзья. И все, главное, тоже вниз. Так, я сюда. Ой, лихачу-то здесь как... Неудобно было, блин. Да и ты по этим камням, господи. Так, ребят, ну что у нас получается? У меня 7 очков, то есть первое место мое. Еще и задание завершено у нас. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Это я получил. Так, амортизаторы. Сделай 6 поворотов в шахте приключения. Не хочу. На маслкаре 5 гонок выиграть. Ага. На маслкаре выиграть 5 гонок. Ну давай попробую. Гарантий никаких не дам тебе, но... Ё-моё. Но я постараюсь. А чё ты так в воде-то жидко в себе видишь, что прям... Ну, я не знаю, ребята. Ладно, первую гонку мы выиграли. Первая гоночка за нами. А нам нужно выиграть 6 гонок. Ой. Слушай, а у неё с тормозами-то все нормуль. Я просто нажал, и она там резко затормозила. Без каких-либо вообще проблем. Прикинь. Такс, вторая гонка взята.
И нам нужно еще одну гоночку выиграть. И все будет тип-топ. У нее очень резкие тормоза, ребята. Ты буквально чуть-чуть нажимаешь притормозить, и она сразу сбрасывает скорость. Сразу же сбрасывает скорость. Так, нормально. Ребят, сундук заработали. Тяжело, с амортизаторы прыжков и ускоритель дым. Так, ладно. Столичный кубок. Это же опять... О, тут танк, смотри. Так, тихо. А что там танк-то какой-то? Не особо, скажем так, прогрессивный. Видимо, тут бойцы мне дали такие слабенькие. А может быть, оно и к лучшему. Виктори, вот тебе и Виктори. Так, высоко не прыгаем, потому что да-да-да. Ах ты жук! Кто там? Джулиас. Ну, попробуем сейчас этого Джулиаса обогнать. Слушай, мы его обогнали, ребят. И я выиграл 5 гонок. Ну что может быть лучше, а? Там в комментариях мне кто-то писал: Рэй, мне надоела вторая часть, поиграй в первую. Ну, если ты хочешь первую часть поиграть, посмотреть, то переходи просто на мой третий канал. Называется он Рэй Рейс. И там тебе будет первая часть игры, новые трассы, новые машины и все, что ты хочешь. Так, ну что, давай. Ой, зачем я нажал? Так, ребят, нечаянно нажал на рекламу, но тем не менее мы получили новое задание. Получи 200 эфирного времени. Так, управление воздухом, амортизаторы прыжков. В общем, еще и здесь задание у нас завершено, да? Погоди. Нету. Хорошо, горный кубок, друзья. Горный кубок. Так, подожди, там кто-то вроде бы. Привет, привет, привет. Фуербулчик. Фуербулчик. Фаербульчик, а не фуербулчик. Ну ладно, ничего страшного. Так, друзья мои, горный кубок. А, маслкар уже все, как бы, да? Нам не нужен в данный момент. Блин, какую бы тачку взять? Давай, наверное, на фуре погоняем. Блин, давай на фуре погоняем. Ой, зачем я ее... Блин. В горах фуру взял. Ну, Рэй, ну, у тебя есть фантазия, а? Или что-то уже ляпнул. Спойлер, по-моему, оторвался, ребят. Я совсем забыл, что она летает как сумасшедшая, особенно на прыжках. Именно в прыжках она... Ну, как детей, ребята, просто обогнала, как ребятулик мелких. Вообще без каких-либо проблем. Ну нафиг туда-то за... Ой, господи ты. Да что ты будешь делать, а? Она вообще не хочет, ребята, ехать, фура. Выбрал тоже, блин, ну не для этой локации, да, ты пойми, не для этой. Чувак на каком-то мотороллере там ехал. Ладно, мы его сделали. Что-то у меня такое ощущение, что моя фура просто не хочет ехать. Да, выбор был невелик. Смотри, она вообще как будто... Еле-еле-еле, ребят. Давай-давай-давай-давай, переломный момент этот. Вот зато мы когда с собой взяли ускоряшку. Вот на ускоряшке-то мы их как раз, ребята, сделали. You winner. Так, глубоководное погружение. Слушай, ну глубоководное можно, наверное, ребята... На ролике.
Наверное, это самое оптимальное для глубоководной езды. Хотя тут маслкар, суперкар. В общем, они тут дают дрозда мне, смотрю. Но только я могу вляпаться в какую-то парашу, ребят. Смотри, как аккуратно ездит, хмырь. Ну что ты делаешь-то, блин? А он ехал в трубу или нет? А как он туда улетел? Извините меня, ребята. Да пошел ты знаешь куда, блин, а? Это как называется, ребят? Только моя машина могла там врезаться и не ехать дальше. Это чушь полная. Поверь мне, вот это вот сейчас что сделали, это полная чушь. Я даже вообще не вошел в тройку. Ты видел, что когда я упал на трубу, он у меня встал и никуда не поехал? Как это назвать, как не специально? Она вообще никуда не поехала. Просто встала и стоит доль секунды, как раз пока меня там все не обогнали. Да. Лучше не придумаешь, блин. Просто лучше не придумаешь. Такие подставы делают. Опять что ли одна у нас это? Одна трасса. Ну да, походу дела одна трасса. Ну здесь ясен перец, мы с тобой возьмем первое место. Наверное. Да, возьмем. Прям на яхточку. Оп. Комфортно. Жить. Так, дикий стояк начал поиск соответствия. Вступить. Так, стояк, привет. Так, ладно. У нас, ребята, развлекуха. Начинаем. Подожди, а мы с тобой взяли награды. А почему у меня тогда не было выбора? Ну, искать соответствие. Странно. Он появился только сейчас. И то, когда я начал... Стояк это делать. Я бы так бы и не заметил, что его нету. Так, 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 смотрите, 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 смотрите. Сзади тоже роличка наяривает. Так, ну что, 200 эфирного времени мы получили. Потом пройдем трассу, заберем эту награду. Лопушка дал, ребята, просто дал лопушка. Я не дожал газуленьку. Я просто газуленьку не дожал. Походу я один только, да? В потолки тут вписываюсь. Желтый не отстает, ребята, но я ему тоже не дал, как говорится, пройти. Пускай знает, почем фунт лиха. Так-то у нас аттракционы. Тихо, не надо гонять. Фух. Нормально. Ах ты щеглазадый, он, смотрите, ребята, он с нитро едет. Ну, есть, дожали. Дожали этого клопа. Хотел уже было меня обогнать, но не тут-то было. Так, дай мне заполучить мою награду. Крылья, стартовый ускоритель. Окей. Так, ребят, ну тут, наверное, еще пару гоночек нам осталось. Кубок аллигатора. Можно, в принципе, знаешь, что взять. Давай попробуем. Лишь бы нам только, ребята, перепрыгивать. Ой. А что так быстро-то? Да что ты... Я не успеваю, ребят, на землю приземлиться, как она сразу начинает свой чайник закипать, блин.
Интересно. Не понял, там кто? Там еще один Рей? Точно, друзья мои, посмотрите, там еще один Рей. Только немножко неправильно написано. Рей. Ну, я суть понял, что это Рей. Не надо хлопать. Выстой, 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 выстой. Твою налево. Я, ребята, испугался. Мне надо было ехать по крокодилам, и все, нет. Че я лопухнулся, блин. Ай, ребята. А я сам виноват. Надо было действительно по крокодилам просто ехать сверху, а не вниз, блин, нырять. Так, какой? У меня 7 баллов, ребята. Кто-нибудь круче меня? Нету. Нету никого круче меня. Так, ништяк. Когда ролик выйдет? То же самое, сегодня? Вот этот. Сегодня, да? Сегодня выйдет. Так, у нас, ребята, давайте хоть раз попробуем в шахтах покататься на маслкаре. Я вот только на раллийном авто обычно гоняю. А вот тут хочу просто глянуть. Будет это круто или не будет это круто? Ой, ой, господи, это что такое? Это лишний раз, ребята, говорит о том, что раллийное авто круче. Или маслкар у меня фигово прокачан. Не, я как бы начал-то хорошо, ребят. Не все доехали, да, там? Многие попытались, но не все доехали. Заехали на возвышенность на ту. Так, ладно, давай смотреть, что у нас тут дальше будет происходить. Ну, здесь мы с тобой взяли первое место. Опять же, наверное, благодаря тому, что мы с тобой заехали на верхушку, а кроме нас там никто не заехал. А вот тут вот плохо было у нас со стартом. Вот! Вот она, ребят, эта фигня. Вот на ней я тогда потерял очень много времени и скорости. Это вы, гляди, перевернется наша машина, блин. Ну и здесь все хорошо, ребят. Так, 8 баллов, я думаю, что круче меня тут не будет. Так, ну что, ребята, гонка у нас. Я так понимаю, это в городской черте у нас будет гонка. Поэтому можно попробовать взять. Правильно, ты додумался вертушку. Ну, байк я, конечно, вряд ли, ребят, смогу догнать. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Нормально, ребят. Выручила здесь мне ускоряха. Нитро. На нитро я, ребята, газанул. А если бы у меня еще был бы форсаж, представляешь, что было бы? Оп! А вот это вот было лишний рейд. Байкер довыделывался. Ребят, вот это вот очень опасно, как я сейчас еду. Лучше нафиг перевернуться в воздухе. Фиг с ним. Первое место, возможно, не займем, но целыми зато останемся. Вдвоем там. Один из них точно байкер был. Да если бы я не перевернулся бы в этой пещере, было бы все отлично, ребят. В тоннеле в этом. Просто подвело именно то, что я перевернулся. А, еще и суперкар там, оказывается, был. Он еще разбился. Нету форсажа, ребята. Форсажа не было. Понятно, короче, занял я первое место. Угу. И песок, ребят, песок у нас в купальнике.
баги, что ли, взять? Давай баги возьмем по старой памяти. Давно мы на ней не катались. Посмотрим, как у нее там с песком в купальнике. Ой, нет, только не вот эти трассы. Только, блин, не это, ребята, ну. Все, докатался еще и домиком. Как я ненавижу, когда вот эти ребята дома, блин, появляются. Идиотские вот эти домики, блин. Бесявые, просто бесявые. Мы заехать-то заехали, но тут... Пипец какой-то. Происходит. Да, для баги по барабану эти подъемы, я так понимаю. Ты смотри. Лакью прибыл. Я встал, приземлился. Он не дал резкого старта, ребята. Он не дал старта этого дебильного резкого. Он просто там встал и все. Слабаки. Или все-таки кто-то там вытянул? По-моему, ребят, там кто-то вытянул. Да как ты, блин, гнида, вылез, блин? Вот здесь теперь посиди, придурочный. А я спокойненько на старт. Легонько такой походкой забежал на старт, ребят. Да еще и первое место занял. Ну разве это не круто? Вот они, друзья мои. Вот они, 6000 кубков. Почему-то я их... Почему не дали мне ничего? Странно. 6000 кубков, мне ничего не дали. Так, круто, уже снимаешь. Так, ура, я видео, мы видео, вроде. Вроде, да не вроде, а видео. Будете. Так, у нас гонка, ребята. Фаербол, Моррисон и Дикий Стояк. Подожди, это... Это что-то связано с прыжками, да? Или нет? Блин, то же самое. Ни черта не понял. Ого. Куда ты? Че ты делаешь? Да ну! Пипец. То есть я должен успеть за время? Какое-то определенное количество времени дает? Или что? Почему... Ну. Не, ну тут, ребята, просто надо было до финиша доехать. Возьмем байк. Ну понятно, короче. Так. Приключки у нас что? А почему именно я на... Зачем я... Айрей, дурик. Буран выбрал, молодец. Молодец, красавчик, так держать. Едь дальше и будьте счастье. Нет, все-таки я не успокоюсь, ребят. Я должен нормально тут все сделать, как полагается. Да твою-то! Блин, ну эта игра такая примитивная, а памяти, смотри сколько, она запоминает все гонки, ребята, которые были мои. За всех моих персонажей практически. Это фиг знает, еще при царе Горохе я тут катался. Не запомнила же, сохранила.
Тут главное, ребята, вовремя поднимать горючку. Если ты ее не поднимешь, то ты далеко не уедешь. Она закончится рано или поздно, и все. Поэтому горючку надо всегда поднимать. Окей. Так, сколько она там до... Ауч. Ребята, горючее не взял. Вот, вот не взял горючее. Это может быть роковой ошибкой моей. Слава богу, тут есть. Так, мы скоро... Если ничего не произойдет, мы скоро победим наш рекорд. Переплюнем. Через буквально там 500 метров. Ну, наверняка какой-то подвох должен быть здесь. Где бензин? Я не взял, ребята. Я специально притормозил ради бенза и не взял его. И еще и скорость потерял. Ну и сам видишь, что получилось, блин. 144. А где вот эти ключи-то брать? Ни одного ключа нету, ребят, вообще. Ой, ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.